А, знаете, вот давно уже нигде не читал, это одно из первых моих стихотворений. Я начинал писать стихи, это не стихи были, это были подкаты своего рода. То есть, ну, я всегда стеснялся познакомиться с девушками, как-то вот мне не удавалось. Я писал подкаты. Как давно стеснялся? Как давно? Я до сих пор стесняюсь, серьезно. У любой спроси. В общем, стихотворение называется «Поцелуй». Ну что поделать мне, ведь я хочу. Ведь я хочу с тобой в поцелуи слиться. Укусишь ты от страсти за губу, я промолчу, но поцелуй наш будет непременно долго длиться. И в голове салют, и счастье, брызги, фонтан эмоций не хочу в себе держать. Поэтому, смотря в глаза, я пацан капризный, просить начну пойти за мной в кровать. Просить начну не для себя, а понимаю, что можешь с моей помощью счастливее стать. Я альтруист. Дарить эмоции, радость я желаю. И знаю, цель достигну, согласись ты переспать. Ну ты же девушка. Не блядь, не проститутка. И даже если просит плоть, в груди пожар. Когда прочту этот стих, ты помолчишь минутку? Нахмуришь брови, из ушей повалит пар. Начнешь кричать, ругаться, распуская руки. Испортишь настроение себе и мне. Но зачем скрывать желание, одевая маску суки? Уж лучше показала свой характер ты на мне. Решай тебе, как поступить. Я все сказал, мы взрослые с тобой, чего стесняться? Прошу тебя, взгляни мои правдивые глаза. Быть может, так ты перестанешь моих губ бояться. Спасибо.